Всем привет! Сегодня я покажу, как вам можно избавиться от надписи «Активация Windows». Я думаю, со мной многие согласятся, что многим она мешает в играх, например, или когда вы записываете какое-нибудь видео, эта надпись обязательно на ваш экран попадет. Для того, чтобы избавиться от этой надписи, вам нужно нажать Win плюс R и написать regedit. Окей. Или еще можно написать в поиске Windows, так и написать в редактор ESR пишите, и он у вас должен открыться. Чтобы избавиться от этой надписи, вам нужно перейти в пути в очки ВК машин, софтвери, Microsoft. Далее Windows NT, Current Version, Software Protection Platform. И после этого надо найти папку Activation. Как нажали на нее, ищите пункт справа Notification Disabled. Вам нужно правой кнопкой мыши нажать и выбрать изменить. И значение 0 поставить на 1. Окей. Все, поменяли. После вам нужно перезагрузить компьютер. Вот я перезагрузил компьютер, и как видите, надписи убрать. А если вы не хотите заморачиваться с реестром, можете приобрести у меня лицензионный ключ от Windows 10 Pro. Пишите в ВК, если вам нужен. Также я продаю ключи от Microsoft Office 2019, аккаунты от Office и антивируса Касперского. Спасибо за просмотр, удачи, до новых встреч!